Я есть жизнь и свет с избытком. Когда ты проводишь время, пропитываясь моим присутствием, ты насыщаешься энергией и светом. Через общение со мной ты перекладываешь свои тяжелые бремена на мои плечи. Взирая на меня, ты приобретаешь мой взгляд на твою жизнь. Это время уединения со мной очень важно для того, чтобы привести в порядок мысли и приготовиться к ожидающему тебя дню. Будь готов бороться за это драгоценное время со мной. Противостояние такому решению придет в разных формах. Твое желание поваляться в постели станет еще сильнее. Появятся злые умыслы, направленные на то, чтобы отвлечь твои мысли от меня. Возникнут требования со стороны родных, друзей, и ты сам почувствуешь желание провести это время более продуктивно. Но по мере того, как ты будешь возрастать в желании прежде всего угодить мне, ты получишь силу для противостояния этому давлению. Утешайся мной, и я исполню желание сердца твоего.